Добрый день, меня зовут Бушу Вячеслав, руководитель ландшафтной компании. Сейчас я вас хочу познакомить с уникальным растением. Это боярышник сливолистный. Вот такая у него интересная фактура. Это отличное решение для живой изгороди. То есть, во-первых, очень хорошо поддается стрижке. Это раз. Второе, очень интересный лист, структура. Плюс у него есть, конечно, шипы, и если делать живую изгородь без заборов, то есть где нет на участках заборов, а просто живая изгородь, хорошее решение, и какие-то домашние животные не смогут проходить. Вот. А так это при плотной посадке отличнейшее решение для живой изгороди. Боярышник сливолистный. И самое главное, у него нет плодов. То есть те, кто боится, что будут плоды падать и, может быть, от этого как-то загрязняться участок, этой проблемы тут нет. Боярышник сливолистный.